В 2012 году в Украине под давлением ООН, ПАСЕ и ЕС с помощью обманчивых положительных понятий были продвинуты и одобрены глобализационные и автогеноцидные законы. Эти законы позволяют ввести механизмы преступной ювенальной юстиции. Они хитро замаскированы за двузначными положительными формулировками с такими фразами «права и защита детей», «борьба с насилием в семье», «обеспечение групп риска». Все это было лишь психологическим и финансовым лоббированием. Здесь речь идет о внедрении самой преступной системы против беззащитных детей и их родителей. Ювенальная юстиция отбирает детей без реальной вины из любой семьи. Плоды этой системы уже видны в европейских странах. Например, в Норвегии там всех родителей в 2012 году законом лишили родительских прав на своих собственных детей. Ювенальщики ежедневно вырывают из семей 33 ребенка. Ежегодно совершают самоубийство примерно 59 детей, отобранных из семей. В Финляндии это преступное пиратство на детях сопровождается семейными самоубийствами. Во Франции уже есть 2 миллиона искусственных сирот. В Германии родителям только за один год безвозвратно украли 70 тысяч детей. В Англии родители, чтобы спасти своих детей от ювенальных пиратов, убегают из своей страны. За год выезжают около 600 семей. Такова реальность за стенами желаемого еврорая. Уже с начала 2013 года в Украине эта структура набирает обороты. Первым этапом является ликвидация детских домов и внедрение системы так называемых приемных семей. Это рассматривается как акт милосердия. Менеджеры прикрываются сиротами, ибо для внедрения этой системы они хотят подключить в Украине и церкви. Именно для этого 6-7 февраля 2013 года в Киеве состоялся саммит для священнослужителей с целью создать базовую структуру ювенальной юстиции через так называемые приемные псевдосемьи. Кроме того, что там велась открытая пропаганда ювенальных механизмов, сам характер саммита показывал, что с Божьим Духом он не имеет ничего общего. В течение двух дней приглашенные участники были выставлены влиянию манипуляции. Все выступления пасторов наклоняли слушателей к созданию приемных псевдосемей. На этом этапе им служит гуманная теория об отмене детских домов и принятии сирот, для которых необходимо создать семейную атмосферу. Сознательно скрывалось самое главное, что речь идет не о пожизненном усыновлении сироты, но о внедрении преступной системы приемных псевдосемей. Нормальная семья в Украине получает от государства пособие на ребенка всего 150-200 гривен, а приемная семья получит в месяц 2500 гривен, за двух детей 5000. Эти приемные семьи сначала за высокие дотации будут принимать детей из детдомов, а затем, когда система приемных бизнес-семей укоренится, будут принимать детей, похищенных социальными работниками от любящих родителей. Американский мальчик Ешуа в течение 6 лет находился в более чем 15 приемных семьях. В приемных семьях его били, злоупотребляли, издевались, не заботились о нем. Подобных случаев есть десятки. Однако на саммите священнослужителям демонстрировали различные фильмы, цель которых – эмоционально мотивировать присутствующих, чтобы они не догадались, какой же на самом деле смысл приемных семей, и чтобы начали их создавать без угрызений совести. В пропагандистских материалах лоббисты, проталкивающие ювенальную юстицию, заявили, что без церкви не смогут ввести в Украине эту систему. Церковь станет тут надежным помощником государству в реализации этой политики. Саммит проходил в то время, когда специалисты социальных служб уже реализуют методы ювенальной юстиции и начали ходить по домам. В школах детям раздают анкеты, в которых собирается информация о семье, которая в будущем послужит причиной к похищению ребенка. За последний год было добавлено еще 12 тысяч социальных работников. 12 тысяч додаткових соціальних працівників, завдання яких – дійти, вчасно дійти до кожної родини. Шокирует, что основу этого преступного ювенального механизма создает саммит священнослужителей, который организовал альянс «Украина без сирот».
Именно здесь есть место для церковных обманщиков, которые маскируются за фразами о настоящем благочестии к сиротам и любви Небесного Отца. Однако какова реальность? За 15 лет в США вывезено как минимум 60 тысяч детей из России. 12 из них погибли. Почему это происходит? Это называется терапия привязывания. Воспитательный метод, который набирает в Америке все большую популярность. Его применяют к непослушным, агрессивным, но главное, к неродным детям. Агентства, отдающие российских детей на усыновление в Америку, прекрасно знают о терапии привязывания. Сложная физическая процедура вот в этой терапии, которую советуют, да, это одеяло. В умелых руках таких терапевтов даже одеяло превращается в воспитательный инструмент. Ребенка заматывают вот так, а потом сидят или лежат на нем. 2 часа каждый день. Курс может продолжаться 8-10 недель. Кадры специального расследования телекомпании CNN. Этот человек на 2 часа вышел из тюрьмы, чтобы дать интервью. Своей приемной дочери Кэрол Дон Типпетс и его жена насильно залили в рот 2 литра воды. В наказание за то, что та выпила банку газировки. Девочка умерла от гипернатремии. Родная дочь супругов Типпетс наблюдала за казнью. И это не исключение. Это терапия привязывания в действии. Доктор сказал нам, что мы должны давить на нее, привести в состояние ярости, чтобы она пиналась. Вам никогда не казалось, что это неправильно? Казалось, но они учат нас игнорировать чувства. Они учат, когда ребенка передают на усыновление, для него это большой эмоциональный удар. Это травмирует ребенка. И поэтому ребенок будет обязательно ненавидеть приемных родителей. Они считают, что даже если ребенок не проявляет никаких плохих симптомов, его все равно надо лечить, потому что у него внутри копится эта негативная энергия. И если его не лечить так, как они предполагают, то когда он вырастет, обязательно станет серийным убийцей. Эти люди считают, что даже если ребенок спокойный, но не родной, ему нужна терапия. Ни у кого из таких врачей нет медицинского образования. Вот эта женщина в прошлом дрессировщица собак. Она говорит, что уже обучила своим приемам 28 тысяч родителей. Это огромный бизнес, сродни самим усыновлениям, говорит она. Ведь шарлатаны-терапевты берут по несколько тысяч долларов за каждый сеанс своего врачевания. Другой способ – ограничивать в еде. Терапия привязывания учит, что ребенку нельзя позволять брать еду самому. Он должен зависеть от родителей в получении еды. Приемного русского мальчика Виктора Тулимова приемные родители в наказание закрыли на ночь в холодном подвале, заклеив ему рот пластырем. В случае с Виктором Тулимовым родители давали ему несваренную кашу, хлопья. Вскрытие показало, их нашли в его желудке. Другая приемная мать, Пегги Хилт, убила Викторию Баженову. Наше усыновление было сплошным обманом. Дети продаются и покупаются, используются как наживка на крючке. Поэтому после такого болезненного и трагического опыта с международным усыновлением в конце 2012 года президент и правительство России по причине тирании детей запретили международное усыновление, бизнес на российских детях, проданных в Америку. Этот правильный и отважный шаг русских властей, запрещающий торговлю детьми, саммит священнослужителей называет негативным шагом, который в России следует исправить посредством церкви. Главный инициатор саммита, украинский пастор Руслан Малюта, даже призывает присутствующих священнослужителей молиться за церковь России, чтобы она снова открыла дверь международному усыновлению, то есть фактически за то, чтобы эта тирания детей снова была разрешена правительством России. Мы помолились особенно за Россию. То, что в это, сейчас это время, когда Россия, знаете, зашла в такой, ну не то чтобы в тупик, а в такой ситуации действительно очень важное оказалось, чтобы Бог поднял церковь в России, чтобы то, что сейчас, может, закрылась дверь для многих детей в семье за рубежом. Прикрывать торговлю детьми христианскими фразами –
Это действительно грехи против Святого Духа, которые не прощаются ни в этом, ни в будущем веке. Ведь эту тиранию саммит полностью поддержал и показал, что подготавливает ее и в Украине. Мы не имеем морального права останавливать международное усыновление. В Украине есть замечательный сайт «Сиротству нет». Так он называется, созданный нашими партнерами, Фондом развития Украина, на котором есть анкеты 17 тысяч детей, которые нуждаются в усыновлении на сегодняшний день в Украине. Выберите ребенка, даже если вы не с Украины, вот, вы можете зайти и все равно это сделать. Американские пасторы хорошо знают о жестокой тирании над детьми, которая взаимосвязана с их усыновлением в США. We can point to families in our own churches that we would prefer that they not adopt. И вы знаете, если быть предельно откровенным, то есть такие семьи в наших церквях, которые мы бы вообще не хотели, чтобы они к этим детям прикасались. На саммите они ни словом не обмолвились ни об этих преступлениях, ни о том, что это издевательство над детьми, отобранными из семей, начинается с приемных псевдосемей. Скрывание жестокой реальности за фразами о предоставлении семейной среды сиротам – это вершина манипуляции и лжи. Позор тем священнослужителям, которые предали Христа и совесть за Иуды не деньги. На усыновленных детях также применяют так называемую психотропную терапию. Многие приемные дети в Америке уже с 2 лет ежедневно должны принимать сильные лекарства для психики. То, что принимает взрослый шизофреник, риспердал, дексадрин, фенобарбитал, дают маленькому ребенку. Вследствие этого разрушается психика, а некоторые дети от этого умерли. Приемные дети принимают и 10 различных таблеток в день. Лекарства приемные псевдосемьи получают бесплатно. После приема этих препаратов у детей нарушается психика, и это проявляется по внешнему виду. Именно по этой причине они включены в категории детей с особыми потребностями. Тогда владельцы похищенных детей получают на них очень большие суммы денег, до 10 тысяч долларов в месяц. I go to CPS, the instant I get up in there, I go see a psychiatrist or a doctor, you know, he put me on 3 types of pills, you know, he says something to help my anger, something to help my depression, and something to help me relax, and he said I was depressed, my niggas, I mean, I just took the one thing that meant the most to me, that was my family. Just how is a person supposed to be happy after somebody he loved is taken from after his family? That this is institutionalized child abuse, that this is poison, this is not medical treatment, this is not an illness, these drugs are not medicine, they're toxic poisons that disable and kill, physically many times, psychologically always. Пастор Руслан Малюта является кандидатом от Украины в Комитет ООН по защите прав ребенка. На основе Конвенции ООН по правам ребенка во всех странах вводится жесткая система ювенальной юстиции. Однако пастор Малюта в своей речи намеренно манипулирует аудиторией и ложно утверждает. Задача Альянса не продвигать ювенальную юстицию, задача Альянса не блокировать ювенальную юстицию. Механизмы и технологии ювенальной юстиции также рекламировал на церковном саммите и уполномоченный по правам ребенка Юрий Павленко. Или же наказывать ребенка плохим словом, или же там каким-то подзатыльником является нормой. Я уверен, что мы должны от этого отойти. Мы должны это не принимать. Мы должны считать это как нарушение закона и нарушение прав ребенка. Этой программе преступной ювенальной юстиции участвует и непризнанный Римом патриарх УГКЦ Святослав Шевчук. От его имени на саммите выступал секретарь Синода епископов УГКЦ протоиерей Алекса Петрив. Примите приветствие от отца и главы Украинской греко-католической церкви блаженнейшего Святослава Шевчука и пожелание успешного и плодотворной работы вашего форума. В своем выступлении секретарь преднамеренно объясняет ювенальную юстицию через перевод 2 слов. То есть ювенальные детей тем для неполнолетних. И юстиция, справедливость. Однако он сознательно скрыл преступную суть этой бесовской системы. Сегодня священнослужители бросают детей Молоху ювенальной юстиции так, как когда-то языческий жрец, который был слугой сатаны. Предали Бога, Божий закон и народ. Двухдневная манипуляция была действительно образцовой. Суть правды замалчивали.
когда на улице манифестировали проинформированные христиане с плакатом «Священнослужители, не будьте инструментом торговцев детьми», то пастор Малюта с ненавистью назвал их сектой и пытался убедить участников саммита, чтобы не верили правдивой информации на буклетах манифестантов. Против чего протестовали участники манифестации? Альянс Украина веселится с вовчиною ювенальною сесія! Альянс Украина веселится с вовчиною ювенальною сесія! Это только обманывающий шаг, который имеет на цели внедрить преступную ювенальную юстицию. Когда механизм так называемых приемных семей начнет действовать, то они будут получать уже детей не с приютов, но с искусственных сирот, то есть детей, похищенных у любящих родителей. Это к небу вопиющий обман и побуждение к самым жестоким преступлениям под положительными понятиями. Система сатанизации и геноцида к тому же имеет дерзость прикрываться любовью Небесного Отца. Это глумление над всем христианством. Это насмешка сатаны, который злоупотребляет обманутых христиан. Альянс Украина веселится и не сдадите! Альянс Украина веселится и не сдадите! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Манифестанты четко заявили, что проект «Украина без сирот» на самом деле является программой автогеноцида, современного голокоста украинских детей. Тому каждый, кто возьмет участие в этой программе, будет брать участие в организованном злочине против детей. Преступлении жоден христианин не сміє підтримувати цей антихристианский проект приемных семей, який спрямований проти тих найменших, против самых маленьких. Патриарх Византийского Вселенского Патриархата 8 января 2013 года ареале Киево-Печерской Лавры посвятил Украину, Россию и Белоруссию Пресвятой Богородице. Одновременно патриарх Илья призывает христиан Украины ежедневно посвящать один час разговору с Богом. Тогда Бог спасет Украину от запланированного автогеноцида.